Вітаю глядачів нашого каналу. Ми сьогодні завітали на Дніпропетровщину. Це Павлоградський район, село Поперечне, агрофірма Степове. Поруч зі мною знаходиться головний агроном господарства Віктор Іванович. Віктор Іванович, пару слів скажіть про ваше господарство. Скільки гектарів землі обробляєте? 3000. Переважно які культури вирощуєте? Пшениця, ячмінь, гречка, овес, подсолнечник, кукуруза. Ну, ми приїхали в це господарство, щоб познайомити вас з агрегатом Агрісем Максимульч. Цей агрегат ви придбали кілька років тому, так? Три роки. Три роки він у вас вже працює. Фондові компанії, так. Це шестиметровий агрегат. Потім він у вас попрацював рік і ви придбали ще один трьохметровий. Трьохметровий, так. Як він себе показав в роботі? Показав себе отлично. Тобто зауважень? Нема. Нема. Щось ламалось, щось виходило з ладу. Поки все нормально. По вині заводу. По вині заводу нічого не було. Єдине, за три роки поміняли долото, робочі органи і все. А скільки, ось, якщо взяти гектарів, він у вас відпрацював за ці три роки? Ну, десь тисяч, це якщо за три роки, десь 6 тисяч гектарів набрав. Ну, по 2 тисячі гектарів. Так, я бачу, ви його трошки дообладнали, так? Да. Розкажіть глядачам, що додали, що він тепер вміє робити у вас? Добавили йому четверту функцію внесення удобрений, сухих удобрений. Тут бак у вас десь кріпиться, так? Да, ззаді бак, але нету його зараз. Второе, что это выполнение нескольких операций сразу, да? Четыре операции, да, и пятая операция внесение удобрения. Вы под основную обработку его используете или мы полностью под посевную тоже? Мы отказались полностью от плуга. Мы под зяб, под зяб мы пользовались плугом V7+1, тот, который у вас. Вот вы осенью обработали, да? И все. А весной что с этой почвой? Вы ее культивируете? Мы ее не культивируем, баранули, мы сразу начинаем сеять. Ну, плуг, он его заменяет, плуг. Плуг делает. Он переворачивает землю, делает подзяк. Это сразу подрезает, взрыхляет землю. До 40 сантиметров мы работаем. Выравнивает и прикатывает. Четыре функции делает. Пятая функция – это внесение удобрений. Мы уже добавили сами. Ну, в принципе, и все. Техника хорошая, нам нравится. Мы рекомендуем этот агрегат всем уважающих себя фермерам. Работает прекрасно. Обращайтесь в Волынскую фондовую компанию и приобретайте себе. Кому хочется посмотреть, приезжайте к нам, покажем, расскажем. Я знаю, вот приезжают, кому нравится, ну кто знает, они тоже говорили, пусть приедут, пожалуйста, приезжают там фермеры, посмотрели, рассказали. Мне как-то без камеры им легче рассказать, чем с камерой. Рабочие органы работают прекрасно. За три года ни один диск не поменяли. Качество очень хорошее. Не стирается. Короче говоря, неубиваемый агрегат Максимович. Можно приобретать и работать без проблем. Агрегат Максимович трехметровый мы приобрели после того, как попробовали шестиметровым. А этот приобрели для более меньшей техники. Этот для 300-сильного, а 6-метровый для 500-сильного. Скажите, как работают диски? Насколько качественно они перебивают пожнивные остатки? Диски работают прекрасно, измельчают на мелкие части пожнивные остатки, подсолнух, кукурузу, в принципе ничего не остается, заделывают все в почву. А на какую глубину примерно они работают у вас, в вашем хозяйстве? Диски, глубокорыхлитель мы используем до 30 сантиметров, на глубину до 30 сантиметров. А диски? Диски до 10, оно видно, рабочие органы до 10 сантиметров.
ну, вообще не могут работать до 15 лет, работоспособных. Даже благодаря этой стойке, что является патентом компании Agrisem, она закручена таким образом, что у нас диск работает в трех плоскостях. Благодаря этому достигается очень высокий эффект измельчения пожненных остатков и подготовки почвы. Помимо этого, обратите внимание на форму диска, называется мульчер диск. Благодаря этим зубчикам очень качественно перебиваются любые пожнивные остатки, будь то кукуруза, подсолнух или рапс, она все превращает просто в опилки, которые лежат на поверхности почвы, что препятствует излишнему выпарывыванию влаги, которая тем самым как бы консервируется в верхних слоях почвы, благодаря чему мы ее удерживаем, что очень важно в настоящее время. До приобретения агрегата Максимульч мы пользовались польским плугом ВИС-7+1. После того, как попробовали работать агрегатом Максимульч, мы от плуга отказались, от спашки плугом мы отказались. Поэтому пользуемся уже 3 года агрегатом Максимульч. Просто делает за раз, делает 6 метров. Плуг делал 4 метра. Поэтому на одном круге мы на 4 метра делаем больше, чем плуг. На той же солярке. Нема. Мы от плуга отказались. Полностью отказались. Даже продали. Скажите, как после ухода от плуга, как вы используете этот агрегат? Осенью этим агрегатом обработали почву, весной забарановали и сразу то начинаем сеять. То есть он выполняет, сеять. Получается, несколько операций за один проход? 4 операции за один проход. Он дискует, он рыхлит, он выравнивает и прикатывает. И прикатывает, совершенно верно. Поле готовое. То есть весной вышли, просто забарановали и можно сеять? То есть благодаря этому вы уходите от нескольких операций. Это сокращает финансовые затраты, работу специалистов, количество специалисты, моточасы техники сохраняются. И плюс, дисков, да, и плюс можно еще вносить удобрения. Да, мы уже докупили токопроводы и будем переоборудовать. Под удобрение. Под удобрение, под да. Сыпучие? Под сухие удобрения, да. Под сухие. Вносили осенью под будущий урожай. На глубину 25 сантиметров. На 25, да? Да. А в какую дозе вы их ложите? 100 килограмм на 1 гектар. Под будущий урожай. То есть, помимо прочих возможностей, которые он выполняет, он может еще выполнять одну технологическую операцию. Да, которая существенно повышает урожайность. Совершенно. И гарантийный период уже закончился. Год. Тогда они могут устанавливать, изменять конструкцию, то, что они считают нужным, потому что агрегат уже не на гарантии. И тут какие последствия будут, если люди с толком и с умом это ставят, то вообще никаких вопросов не возникает. Так как тут работают люди сведущие с большим опытом, то вообще никаких проблем не возникает по переоборудованию. С Волынской фондовой компанией мы работаем больше 5 лет. Приобрели в них пресс-подборщик Z511, плуг вес 7+1, и сейчас приобрели Максимульч 6-метровый и Максимульч 3-метровый. Довольны сотрудничеством Волынской фондовой компании. Техника надежная и партнер надежный. Волынская фондовая компания. Перед вами дисколаповый агрегат производства компании Agrisem Франция, который называется Максимульч 5 серии с рабочей шириной 3 метра. Данные агрегаты работают с тракторами мощностью от 300 до 340 лошадиных сил, в зависимости от типа почв. Данная модель 5 серии, что это значит? Рабочий орган на ней расположен на 5 балках. Мы видим, что здесь в этой конструкции представлены 2 ряда дисков, 2 ряда лап, ряд выравнивающих дисков и сзади трубчатый каток, который универсальный, никогда не забивается. Передние диски
имеет, как вы посмотрите, такую агрессивную форму. Это называется диск типа мульчер, которые крепятся на необслуживаемых подшипниковых узлах. Характерной особенностью этой машины является стойка, закрученная таким образом, что позволяет работать в трех плоскостях, благодаря чему достигается очень качественное измельчение пожнивных остатков. Это является патентом компании Agrisen. Далее следуют лапы. Лапы непростые. Это лапы с дренаж-эффектом, которые позволяют, помимо того, что они работают на глубину до 35 сантиметров, а диски на 15, до 15 могут проникать в почву, эти лапы способствуют лучшему дренажу, так сказать, обладают дренаж-эффектом. Они не только разрыхляют, но и способствуют проникновению влаги и равномерному распределению по всей обработанной поверхности. Они снабжены пружинной защитой, которая очень четко срабатывает. Мы ушли здесь в конструкцию от срезных болтов, которые на наших почвах очень часто вылетают, приходится постоянно простаивать, менять их, покупать. Лапа сработала, отстрелила, вернулась в исходное положение, продолжаем работу дальше. Как вы видите, здесь используются оси производства АДР, высокое качество, плавность хода, долгий срок эксплуатации и резина Альянс, одна из лучших резин на рынке сельхозмашин. То есть в этом агрегате, как вы можете увидеть, используются самые современные технологии, самые лучшие материалы. Также долота у нас с карбидными наплавками, что опять же увеличивает срок службы рабочих органов. Затем ряд выравнивающих дисков с диаметром 480 мм, передние диски у нас с диаметром 560 и трубчатый катушек, который у нас расположен сзади. Он прикатывает идеально почву, работает как по влаге, так и по сухой почве. Этот агрегат очень простой и удобный в регулировках. Как мы видим, диски и лапы, эти все рабочие органы, регулируются с помощью дышла, где стоит гидроцилиндр. Регулировка осуществляется с помощью клипс. Мы поставили нужное количество клипс, произвели регулировку и работаем. Далее. Задние рабочие органы. Это ряд выравнивающих дисков и каток, регулируется гидравлически с помощью гидроцилиндров. Вот они здесь представлены. То есть очень удобная и интуитивно понятная регулировка, что облегчает работу механизатора. Он тратит меньше своего времени на регулировку, как следствие достигает более высокой продуктивности агрегата. Опционально на этот агрегат мы можем устанавливать лапы другого типа, если хотим решить другие задачи. И можем установить диски другой формы, в зависимости от того, что мы хотим видеть. Если эти диски будут делать нам качественную мульчу, качественно мульчировать, то другие диски, например, типа ромашка, будут делать черный пар. Есть разные типы задач, которые нужны агрономам, и мы можем им предложить множество решений для их задач, благодаря агрегатам Максимульч от компании Agrisen. То есть мы видим перед собой очень мощный, надежный, качественный агрегат, который никогда вас не подведет, который быстро выполнит всю работу, которую необходимо провести с минимумом затрат рабочего времени. В последние годы эти агрегаты набирают большую популярность. Это связано с тем, что климат потихоньку у нас меняется, становится более засушливым, и люди постепенно уходят от вспашки. Данные агрегаты, они достойно заменяют плуг. Вот, например, в этом хозяйстве, где мы представляем этот агрегат, люди уже ушли от вспашки 3 года.
И наши агрегаты очень эффективно справляются с этой задачей. Также сюда опционально можно установить систему подачи жидких или сыпучих минеральных удобрений. Есть заводское решение. То есть добавится еще одна технологическая операция. Следует отметить, что агрегат этот все-таки европейского качества, французского. А как мы знаем, европейские агрегаты на голову выше превосходят свои среднеазиатские или китайские аналоги. Поэтому можно сказать, что качество работы агрегата и качество исполнения на порядок выше. За последнее время мы поставили достаточно большое количество этих агрегатов нашим аграриям. Все они выполнили свои задачи успешно. То есть люди сейчас активно уходят от вспашки в наших зонах, так как климат меняется. И эти агрегаты успешно заменяют плуги. Мы можем сказать, что за все время эксплуатации серьезных проблем с ними никогда не возникало. А компания Агрисем, которую мы представляем, всегда быстро, своевременно и качественно производила мелкий гарантийный ремонт этих агрегатов.